Счетная палата отчиталась об итогах работы за первый квартал текущего года. Контролирующим органом был выявлен ряд замечаний к некоторым учреждениям нашего города. Так, например, в 14-й школе выделенная на ремонт субсидия использовалась не по целевому назначению. По результатам контрольного мероприятия в отношении учреждения и директора указанного учреждения составлены протоколы об административных правонарушениях. На сегодняшний день состоялось судебное заседание. Назначено административное наказание в виде административных штрафов. Обсудили и обращение горожан. Жители 9-го микрорайона хотят создать территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС. Эта структура дает возможность людям самостоятельно решать локальные вопросы. Например, качество уборки территории, озеленение двора, создание мест отдыха и многое другое. Воплощение идей ТОСа жители оплачивают самостоятельно, либо выходят на какой-либо грант. Решение о создании такой структуры достаточно ответственное и подразумевает не только многочисленные возможности инициативных жителей, но и ряд обязанностей. И когда граждане, в очередной раз получив платежку, значит, расчет на коммунальные платежи, когда он увидит рост, да, чтобы у него не возникало вопросов, а откуда он, из чего сформировался, чтобы каждый понимал, насколько вырастет его ежемесячное содержание данной территории. Данный проект народные избранники отправили на доработку. Инициативные жители собрали неполный пакет документов. Помимо этого, депутаты рекомендовали администрации города провести по данной теме дополнительное информирование жителей 9-го микрорайона. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».